Позабыть печаль и дать душе согреться, повоскресить древний дух эпикурейства. И умоляю вас, не слушайте аскета, который учит, наслаждение — это грех. Нам надо лечь вокруг стола в красивых позах, по кругу чашу с лепестками чайной розы, и слово дать благословенному поэту, пусть пояснит, насколько прав был древний грек. Любое чувство в нас возникшее священно, когда его не доводить до пресыщения, когда ему ни в чем не создавать преграды, когда постичь не только вкусом сладок плод, в нем аромат и легкость головокружения, в его срывании изящество движения. И все, чем души наши сказочно богаты, тогда свободно проникает в нашу плоть. И мудрость светится, как голая коленка, и наслаждение не в цветах, а в их оттенках, не в обнаженности, в отточенности чувства. Так от картин отличается эскиз, и жизнь меняется легко в одно мгновенье, и сразу похоть обернется вдохновением, и грех возводится на уровень искусства. Так что художники хватаются за кисть, и мы ложимся в круг стола в красивых позах, и в чаше плавают бутоны чайной розы. Ну и, конечно же, не слушаем аскета, он не оценит прелесть линий и фигур. И этот пир не превратится в вакханалию, он идеален, потому и нереален. Ну а все то, что мог бы нам поэт поведать, давным-давно поведал миру Эпикур. И мы, поняв в своем движении по спирали, что красота превыше всяческой морали, ее хотя бы отдаленное явление нас окрыляет и уносит в высоту. Увы, привыкли к меду только с ложкой дегтя, и любим близость неукушенного локтя. И заключение таково: